Самый разгар прививочного сезона. Однако желающие защитить себя от вирусов столкнулись с проблемой. На большей территории края закончилась вакцина от гриппа. Инфекционисты заверяют, такой дефицит регион не испытывал ни разу за 30 лет. Как обычно, в сентябре я пришла в регистратуру, но мне дали талончик только на октябрь. В октябре я прихожу к врачу Рудаковой и вижу, она мне говорит, вакцина закончилась. Все. Врачи предполагают, что популярность прививки в этом году обусловлена широким информированием населения и послековидной боязнью вирусов. Предсказать такой ажиотаж было трудно. Известно, что на днях очередная взрослая партия вакцины поступила в Алтайский край. И мы ее ждали, конечно, несколько бы пораньше, но эти сроки все ожидаемые, это госконтракт. Это не потому, что сегодня я поставлю побыстрее, а завтра подольше. Однако вакцину пока доставили не во все медучреждения края. Почти 400 тысяч доз должны распределить до конца недели. Благодаря этой партии количество привитых в регионе должно вырасти до 40%, то есть почти в два раза. Также в конце октября, начале ноября должна прийти детская партия. А вот с коронавирусом все сложнее. По словам специалистов, бесплатных прививок просто нет, даже для медиков. В поликлинике ответили, вакцины нет. Это железнодорожная поликлиника города Новоалтайска, Новоалтайская поликлиника имени Литвиненко. Там тоже у нас нет вакцины. И на вопрос, когда будет, ни в железнодорожной, ни в городской ответить не смогли. Сейчас краевой Минздрав уже прорабатывает вопрос с бесплатными прививками от коронавируса. Когда они появятся, неизвестно. Пока очень небольшое. Заказали чуть больше 2000 доз. Почему? Потому что активности населения на вакцинацию нет. Сейчас, по данным медиков, в крае от ковида в неделю прививается до 5 человек. Поэтому пока проблема не актуальна. Однако неизвестно, что будет, если в край придет новый штамм – Эрис, который хоть и не особо опасный, но жутко заразный. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.